Главный недостаток этих людей – чрезмерный эгоизм, самоуверенность, переходящая иногда в манию величия. Экстравагантность и отсутствие внимания к общественному мнению может ударить по репутации в будущем. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Звук «П» в имени не создает неприятных ощущений, располагает к задушевной беседе, доверию. Астрологи рекомендуют этим людям научиться планировать свои дела, чтобы не оставаться в бедственном положении из-за очередного азартного приключения. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Звук «Ы» в этом имени символизирует непробиваемое и нечто огромное. Значение буквы «Ы» – притяжение, огромная масса и тяжесть вытекает из звукового звучания данной буквы. Эти люди практичны и приземисты, обладают большим потенциалом, но достигают всего действительно черепашьими темпами. На уровне внутренней сущности владельцев этого имени является желание выделиться из толпы, вести активную жизнь, творческое и независимое существование. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Это умы, стремящиеся к обобщениям, желающие постигнуть действительность в ее целостности. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.